Количество нотариусов в Беларуси ограничено. Их предельная численность установлена Советом министров. В Бресте в 6 нотариальных конторах и бюро трудятся порядка 25 специалистов, стоящих на страже права. Самыми востребованными были и остаются вопросы оформления наследственных прав, составления завещания, отчуждения недвижимости. Их нотариусы разбирают по полочкам ежедневно. Это основное дело, однако сегодня среди задаваемых вопросов все чаще можно услышать и другие. Актуальным становится в настоящее время тема обеспечения нотариусами письменных доказательств для ведения дела в суде. То есть граждане, которые полагают, что информация, размещенная, допустим, в сети интернет, может быть утрачена, утеряна, искажена, обращаются к нотариусу, чтобы закрепить эти письменные доказательства до рассмотрения дела в суде. Какая-то порочащая честь, достоинство граждан, то есть какая-то информация, которая касается юридических лиц, тоже может быть размещена. И нотариусы закрепляют эту информацию, составляется протокол, все оформляется, и дальше уже граждане, юридические лица обращаются в суд. Не менее актуальными остаются вопросы составления договоров займа. В простонародье это получение расписки. Люди нередко одалживают друг другу деньги, поэтому расписка в получении каких-либо средств – один из часто составляемых документов. Конечно, юридической силой такой документ владеет, но какие преимущества имеет нотариальное удостоверение договора займа? Прописываются правильно все условия договора. Нотариусом проверяются все условия сделки, оговаривается. Разъяснения все даются сторонам, и если эти деньги не будут возвращены, то гражданин имеет право обратиться к нотариусу за совершение исполнительной надписи, тогда ему не надо будет обращаться в суд, и эти деньги будут взысканы посредством исполнительной надписи, то есть без обращения в суд. Брестские нотариусы консультируют горожан по любым интересующим вопросам ежедневно. Нередко проводят бесплатные акции по консультации и прямые телефонные линии. Все для того, чтобы правовая культура населения повышалась, люди знали свои права, законы и уважали права других.